Так, привет, друзья! Сегодня очередные ко мне пришли точилки фирмы Apex Pro. Ну, это, конечно, китайская копия, не оригинал. Стоимость данных точилок варьируется в пределах $25. Посылка без повреждений. Это уже я шел с почты и сделал такой себе держатель. Итак, вот точилочка, у них тут две. Так, раскроем первую. Угу. Данная точилка пришла без чехла. Так, сам станок, тряпочка, маркер, маркер фирмы Шаояй, не пишет. Так, камушки, у них получается, они не отцентрованы. Сбито все. Вот, давайте посмотрим. Вот, тут видно. Так. Так, упаковки. Раз, два, три, четыре камушка разной видимости. Так, немного не хватает, в этой точилке сделать должна быть пружина. Я не представляю, каким образом закрепляться будет. Здесь камушек. Угу. Здесь у нас получается резьба. И вот таким вот образом они закрепляются на резьбу. К сборке самой точилки. Так, пока непонятно. А, вот оно. Все работает. Там на первые мои видео с распаковкой точилок вы можете посмотреть в моих видео в альбомах. И хочу сказать, что те точилки были намного лучше, чем вот эта предыдущая. Чем вот эта вот точилка. Сейчас остановим и разберусь, как это все работает. Так, я разобрался, как это все устанавливается. Таким вот образом мы можем положить нож и точить. Точилка в комплект входит 4 камушка, маркер, который не пишет, и тряпочка с инструкцией. К сожалению, чехла для точилки нет. Стоимость данной точилки $23. Ссылочку на продавца я размещу где-нибудь под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых встреч!